примерно 20% наших студентов уже сейчас, это, кстати, не очень плохой показатель, уже сейчас не планируют работать в школе. 20% примерно. Да? Ну, это нормально, потому что 60% у нас студентов вообще учатся платно. И они вправе сами выбирать, кем они будут, на них деньги не затрачиваются. И вот у этих 20% примерно 50% среди них это наши студенты, которые имеют в своих семьях учителей, родителей или родственников. То есть они уже там получают вот тот отзыв, негативный отклик, который, наверное, тоже... Я ведь не говорю это, что это плохо, это есть во всем мире, к сожалению, да? То есть наша задача найти пути, как это диагностировать и как этому противостоять, как решать эти проблемы. А иначе можно как страву зарывать голову в песок и говорить, что у нас этого нет, там, и так далее. И просто-напросто, чтобы проблема еще больше бы дальше нарастала.